Чествование многодетных семей военнослужащих и сотрудников войск Национальной гвардии прошло в Москве в Петровском путевом дворце. По поручению директора Росгвардии Виктора Золотова, гостей и участников церемонии от лица руководства ведомства поприветствовал генерал-полковник Алексей Воробьев. 2024 год объявлен президентом Российской Федерации годом семьи, что подтверждает факт искренней заботы руководства страны о благополучии россиян и будущем нашей Родины. Испокон веков на Руси всегда ценились многодетные дружные семьи, а рождение ребенка рассматривалось как величайшее счастье и божественный дар. В числе участников праздника семья сотрудника управления Росгвардии по Самарской области майора полиции Вячеслава Хантеева. Многодетные супруги Вячеслав и Светлана вместе почти 30 лет. Воспитывают 6 детей. У них 5 дочек и 1 сын. Летом этого года в соответствии с указом президента семью наградили медалью ордена «Родительская слава». Награду чете Хантеевых вручал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Все виновата любовь, наверное. Взаимопонимание, поддержка друг друга. В различных ситуациях. Все же пополам? Да. Мы же не по одному. Хантеевы – дружная и музыкальная семья. Дети поют в церковном хоре. Старшая дочь Анастасия также занимается музыкой. Вышла замуж за военного музыканта, который служит в Росгвардии. Рассказывает, что в большой семье никогда не было места ссорам и обидам. Я никогда не была обделена вниманием. Мне всегда хватало. Я была довольна. Никакой, не знаю, ни обиды, ничего нет. Вот. Я чувствовала себя полноценным, счастливым ребенком всегда. И сейчас, каждый раз, когда я приезжаю домой, я чувствую себя счастливым ребенком. И неважно, сколько мне лет. Во встрече с многодетными семьями приняли участие почетные гости, депутаты Государственной Думы, известные деятели культуры и спорта. Светлана Кудрявцева, «События».